Биографию главы государства перевели на азербайджанский язык. Презентация переведенной книги Махмуда Касымбекова «Нурсултан Назарбаев. Биография», приуроченная ко дню первого президента, состоялась в Астане. В ней приняли участие представители иностранных дипломатических миссий, руководители Академии наук Башкортостана, Азербайджана, Татарстана, Кыргызстана и Турции. С приветственным словом выступил помощник президента Азербайджана Али Гасанов. Он отметил дружественный и братский характер взаимоотношений между двумя странами со схожей исторической судьбой. Кроме этого, профессор Гасанов стал автором предисловия книги. С момента выхода в 2012 году труд Касымбекова о президенте был переведен на английский, арабский, французский и другие языки. Перевод на азербайджанский осуществила журналист и публицист Аида Эйвазова. Мы принимаем тот факт, что книга о нашем президенте издана на азербайджанском языке как знак уважения казахскому народу, его первому президенту со стороны братского Азербайджана. С тех пор, как эта книга вышла 5 лет тому назад, она издана кроме казахского и русского языка на английском, немецком, корейском, арабском, венгерском, сербском, французском, турецком и китайском языках. Мы рады тому, что она стала теперь доступна и для азербайджанских читателей, для граждан родственной братской страны.